Ну что, друзья, это один из финальных наших уроков на этом курсе, и я хочу быть тоже вам полезной. У вас уже есть портфель, у вас есть понимание целей, у вас есть план действий, вы знаете, что, когда и зачем покупать. Вы понимаете, к чему вы можете прийти через 10 или 20 лет в рамках ваших желаний и целей. Но на пути любого инвестора могут возникать разные страхи, сомнения, тревоги. Я бы хотела сегодня с вами обсудить, как с этими страхами бороться, как помочь себе держать фокус на своих целях и следовать своему плану. Один из самых частых страхов инвесторов —